Всем привет, народ! Всех снова приветствует на канале Рулим Ливы. Сегодня, наверное, будет коротенький видос. Просто хочу рассказать об одном таком случае смешном, который произошел вот со мной на днях, вот буквально вчера. Я, в общем-то, бродил по своему, теперь уже любимому, Алиэкспрессу. В поисках светодиодных лент. Мне нужны были определенные светодиодные RGB-ленты с подсветкой и с дистанционным управлением. Вот на кухне мне нужно подсветку организовать. У меня мама просит, надо, у нас как бы света достаточно на кухне, но вот в углу, где находится непосредственно раковина, там немного вечером темновато, она говорит, посуду мыть мне, говорит, что-то, говорит, подсветку какую-нибудь здесь бы, говорит, организовал бы. Вот, ну вот я, короче, бродил по Алиэкспрессу, чтобы это все, значит, заказать, все это дело. И, короче, нашел то, что мне заинтересовало, собственно, уже заказал. Но потом у меня, после того, как уже заказал, возник один вопрос. Вот. Как бы у меня он не возник, я просто после этого уже почитал отзывы, которые там пишут на данный товар. И там меня смутило, там один или даже несколько, я уже не помню, человек, писали, что якобы, ну, допустим, если ты заказываешь ленту, допустим, 2 метра, как бы, ну, там, допустим, идет светодиодная лента, дальше идет, значит, такой небольшой провод, дальше идет элемент, значит, типа блока питания такой, и дальше идет провод, и там дальше либо USB, либо вилка, они же разные, светодиодные ленты, питание у них разное. И вот это вот все хозяйство, вот провод от питания и светодиодная лента, входит в эти 2 метра. И там люди писали, что стоит это учитывать, что приходит сама лента, то есть где находятся светодиоды, что она приходит якобы как короче. Вот. А так как я заказал вообще 50 сантиметров ленту, мне именно нужна лента, чтобы сами светодиоды были 50 сантиметров. Вот, я думаю, блин, а если тут я закажу 50 сантиметров, то есть уже заказал, а там еще вычтется вот это вот то, что провод, да? Думаю, так, блин, сколько же в итоге, то по итогу-то у меня будет лента как бы состоять. Вот, и я решил уточнить этот вопрос у продавца, и я, знаете, я просто упоролся от того, что он мне писал. Я, конечно, все понимаю. Кривизна перевода, да, там некоторые слова невозможно перевести как бы на 100%. Там еще какие-то проблемы, но чтобы до такой степени. Сейчас вот прямо сейчас я воткну скрин. Почитайте, читайте, значит, как скрин есть, читайте снизу вверх. Ну вот вы увидели сами детали нашей с ним переписки. Я думаю, вы, как и я, поржали. Я таких еще упорных китайцев все не видел. Я
Не знаю уже теперь даже, что мне там придет и придет ли вообще. После такой переписки я, конечно, в полушоке, не знаю. Правда, Али тут показал 80 с чем-то процентов надежность продавца. Магазину, по-моему, 4 года уже ихому. То есть, как бы там все хорошо, если верить Аликурсу, да. Но вот то, что вот он писал, и я, конечно, не знаю, это какая-то высшая степень тупизны. Вообще не могу понять, как так можно, как можно не понять, о чем я писал. Я хрен его знает, в общем. Ой, в общем, вот такие вот бывают, ребят, случаи на Алиэкспрессе. Тут, знаешь, порзешь от души. Вот, теперь вот остается надеяться, что лента до меня дойдет, хоть какая-то, вот, и что вообще что-то мне там придет, так как не совсем дешевую ленту я заказал. Ну вот, ну как, 250 рублей там обошлось. Конечно, недорого, но на Алиэкспрессе можно купить ленты и за 60 рублей, и за 40 даже. Так что вот, ну я выбрал подороже, так как мне нужна РГБ из дистанционного управления. В общем, если все придет и дойдет, как всегда будет обзор. А на этом на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видосах. Пока-пока.